Алло, ты слышишь меня? Алло! Мама! Мама, ты слышишь меня? Алло! Висит груша, нельзя скушать. Заяц. Не понял? Да у нас в семье за все отвечают зайцы. А, правильный ответ. За съеденную грушу боксер может морду набить. А ты что, завис? Да вон. Стоп, я отгадаю сам. Ты принимаешь солнечные ванны. Хотя нет. Ты набил стрелку с блондинкой, которая обожает запах соляры. Да ты чё? Ты ждешь посадки НЛО. Да с топливной что-то. Ага, как у тебя в прошлый раз. Угу. Сегодня 1 сентября, дочка в школу пошла, а я тут торчу, а, слушай. Ой, я тебя прошу. Пруха – это обратная сторона непрухи и наоборот. Надо расслабиться и ждать, пока невезуха повернется к лесу задом, а к тебе фасадом. Отцы, надолго? Позавтракать успеешь. Только жуй медленно. А это мысль? Кстати, в каждой приятности есть своя неприятность. В смысле, наоборот. Как ты насчет того, чтобы съесть котлетку у Шишкина? И всем неприятностям конец? Я тебя прошу, поехали. Давай, давай. Ваня, а тебя как? Соня. Соня? Такого имени не бывает. Это меня мама так называет, потому что я спать люблю. Очень даже бывает. София, это значит мудрая. Тише, тише, дети. Это твоя мама? Это моя бабушка. Да ну, бабушки такими не бывают, они в платочках и в очках. Очень много ты знаешь про бабушек и мам. А у тебя место броси, мамы нету. Она вас бросила, мне так моя мама сказала. Ну, дойди чуть-чуть. Том, ну поубавь прыть, так всех клиентов распугаешь. А клиент, он нежность любит, Тома. Ну, за нежность к жене, лучше к любовнице. Ну и за щеку тебя, Тома. Пролетишь ты мимо своего счастья. Ой, мне этого счастья. Сдачу не успеваю давать. Приятного аппетита. Здорово. Молодец. А что, опять скандал, да? Опять скандал, да? Тома, как я люблю эти минуты отдыха. Умный, да? Шутить любишь, да? Люблю. Голодным хочешь остаться? Нет. Ох, Томка, как ты умеешь испортить аппетит? А что ты ездишь-то сюда? А тебе б жена в эти телек навертела, супчик наварила, стал бы на обочинке похлебал бы. Вот это правильно! Это по-нашему! А так, дальнобойцы, пока звук прикрутили, вот когда с фур пересядем на лимузин и будем права качать. Правильно, Том? Правильно, да? Руся, Руся, не трогай ее, укусит. Ты что? Фу! Алло, 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 мам. Да я здесь, под Озерный встал. Ну да, что-то с топливной, не знаю. Что? Мама, выходи из дома. Еди, претензии есть? Нет? Слушайте. Все, все, свободны. Свободны, говорю. Ребят, дайте поговорить по телефону, а? Ты борец за права человека. Ты своей жене будешь говорить. Да помолчите вы. Мама, это я не тебе. Товарищи на месте уже. А Соня, ты ей скажи, ну, чтобы не обиделась, ладно? Ой, угу. Вы меня... Хорошо. Достали. Все. Безобразие. Постарайся, ждем. Это ваша девочка? Ваша? Соня, не обижайся. Передает поцелуйчик. У нас мальчик. Я тоже. Мальчик у вас? Мальчик. О, Тамара! Ура! 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 Шишкин! Шишкин, вот скажи мне, Шишкин, что это ты девок картонных наставил, а?
это парад у тебя? Это мне рекламщики варианты притарабанили. Угу. Думаю, кого в наряд посылать. Куда? На кухню? На трассу. Что-то, мать, хватануло с декольте. А что? Я девушка свободная. Тебе дам свободная. А что? Может, кому изгожусь? Это ты, Шишкин, все. Не раздупришься. Да уж, сгодишься. А на другой день мужик возьмет да повесит. Да? Чего это вдруг? Потому что ты его на третий день загрызешь. Да, да, да. Кто-то я смотрю. Ты весь погрызенный. Нам пропорам. Все пропорам. Закалка. Так что цени и радуйся, что на такого напало. Где твоя мама? Я бабушку ищу. Ну что, как дела? Ты не голодная? А ты руку поднимала? Бабуль, бабуль! Бабуль, бабуль, в нашей школе учились не сказочные, а жизненные победители тролли. Представляешь? На большом примере нам давали теплое молоко с огромными пенками. Представляешь, так Ваня выпил две чашки, свою и мою. Вообще-то он сел со мной за одну парту. Так Олька от злости аж карандаш сломала. А еще Вера Васильевна три раза повторила, чтоб все привели пап и мам на собрание. Ну, и где мы с тобой мам возьмем? Говорит по-английски. Во-первых, здравствуй, моя дорогая. А во-вторых, поздравляю тебя с первым школьным днем. А в-третьих... Во-первых, спасибо. Во-вторых, ты очень хитрая дама. Бабуля. И в-третьих... Что с мамой делать будем? А в-третьих, скоро приедет папа и придет в школу. Но ведь Вера Васильевна сказала, все приведут маму. А давай мы с тобой позвоним папе и узнаем, починил ли он свою фуру. Чур, я первая буду говорить. Мама, спокойной ночи. Вот тебе чай. Спасибо. Спасибо. Аккуратнее, горячий. И все-таки, Глеб. Мам. Понимаешь, до сих пор все было более-менее ладно. Но Сони вполне хватало. И меня, и тебя. Но в школе она увидела, что у всех детей есть мамы. У всех, кроме нее. Понимаешь? Понимаю. Что теперь делать? Что-то надо делать, как-то объяснить. Как я объясню 7-летнему ребенку? Как я объясню, что ее мама уехала в Америку и после этого сама знаешь кто? Что ее не интересует, как ребенок ест, как спит, что он вообще делает, какие оценки в школе? Анализы в поликлинике. Но, Глеб, ну при чем? Я уже 40 лет как Глеб. Тише. Что ты злишься? Что ты злишься? Я не злюсь. Я не злюсь. Я просто не знаю, что сказать. Может быть, ты знаешь, ты и скажи. Мне кажется, чем дальше мы будем уходить от прямого разговора, тем хуже будет. Девочки... Нужна мама. А зачем? Зачем ей мама? У нее есть ты. Замечательная, умная, добрая бабушка. У нее есть я. Я тебе не говорил, я покупаю вторую машину, открываю фирму. Нанимаю водителей. А сам буду сидеть в офисе с 9 до 6. И у меня появится время для Сони. А как же твоя диссертация? Папа! Привет, зайчище. А ты почему до сих пор не в кровати, а?
Я сейчас не зайчик, а грустная девочка Соня. А, понял. Па, а почему нас мама бросила? А я поздравляю тебя с первым школьным днем. Ты теперь взрослая, и у тебя будет свой телефон. Ну, держи. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже очень-очень люблю. Спасибо. Па, а почему нас мама бросила? Ну, она нас не бросала. С чего ты взяла? Так почему же ее нет? У всех есть, а у нас нет. Ну, потому что нет. Вот и все. Понимаешь, малыш, люди, когда становятся взрослыми, находят детей. Иногда находят вдвоем, а иногда человек находит один. Вот как я. Давай, ложись. Закрывай глазки и засыпай. Па. Что? Ну и где ты меня взял? Капусте. Ты была таким маленьким-маленьким зайчонком с длинными розовыми ушами. Ты куда? Папа, я уже взрослая и знаю, что дети рождаются у мамы с живота. Да я вижу, ты уже совсем взрослая. Тогда скажи, где моя мама? Мама? Мама твоя... Мама. Иди ко мне. Ты боишься, что я не пойму, да? Нет. Знаешь, малыш, я боюсь, что не смогу тебе объяснить. Алисочка, просыпайся. Я ухожу в школу, а ты остаешься за старшую. А вы, девочки, смотрите, не шалите. Я приду и проверю. Соня, ты умылась уже? Да. Вкусно пахнет. Ольга пирожки в школу приносила, ее мама испекла. Я сказала, что ты еще лучше можешь. Соня! Да я понял, я успею. Давай, давай, перезвоню. Желтая. Попалась, попалась. Доброе утро, зайчик. Па. Что? А Танькина мама такой красивый шарфик связала. Весь в дырочках. Вот в таких? Да. Но я поспорила, что ты еще лучше можешь. А, вязание. Мяза. А это что такое? Это что такое вот это? А ну-ка, марш в ванну, марш в ванну мыться, давай, быстро! Зайчище, хвостище. Хватайте вы так! А ты куда полез? Ну, давай, давай, иди сюда, маленький, а то затопчет. Ай, ай, Жулька, и как ты с ними справляешься? Лучше бы нет, так. Вот, а вот такую вот. Так, а это, да, это тоже красиво. А, вот еще.
Ты скоро приедешь? Скоро. Вот еще раз съезжу, потом еще один, а потом все, больше никуда не поеду. Правда, правда. Честное заячье. Здорово. Так что принимаю заявки на подарки. Па, привези мне, пожалуйста, бублика. Бублика? А может, лучше пряников? Бублика – это значит маленького щеночка с ушками и хвостиком. А, хорошо. Заказ принят. Ждите. И маму. Какую такую маму? Такую, такую или такую. Какая попадется. О! Да. Тамара! Прошу. Тамара! Чё так долго? Ребята опять пивка заказали. Сколько можно ждать, а? Ты мотнулась бы кабанчиком. Что за лицо? Тебя обидел кто-то? Или мы характер показываем? В кафе полно народа. Да вы гляди меня, вместо котлет сожрут. А тут ты еще. Принеси, подай. Можете еще ламбаду сплясать. Марион, да, дружище. Ты ищешь себе легких путей. Да. Царица Тамара. Королева Скорпион. Вы свои выводы при себе держите. Пиво проглотили, и вон отсюда! Ты что себе позволяешь? Ты что здесь раскомандовалась? Что ты наезжаешь на моих соратников? Ой! На кого наезжать? Да в том-ка не дерзи! Я не посмотрю, что мы 3 года вместе живем. Нахрен выгоню! Да я сама тебя уйду, тоже мне. Рэмбо из Хацапетовки. Ты что себе позволяешь? Ты кто вообще здесь? Я кто? Хороший вопрос. А пес его знает, кто я. Думала, семья у нас с тобой будет. Детишки. Так ведь нет же. Понятно. Права, значит, качаешь, да? Ой, да какие у меня права? Какие права у меня? О! Права! О! У домработницы бесплатной! У ложкомойки! Деревенской! Как же мне все надоело, и ты! И кафе твое затрипанное! Скатерть и дорожечка! Давай, вали! А вот уйду. Давай! Уйду! Че стоим? Давай! Уходи! Ну, я пошла. Давай. Тома! Куда ты денешься? От Шишкина. Началось. Томочка, кто тебя укусил, а, мышь? Я тебя сейчас сама покусаю! Неужели ты такая ядовитая, а? Что ты на всех бросаешь, как пес голодный? Слушай, молчи и жуй! Том, хватит скандалить, жрать давай! Ничего, не оголодаешь! А чего, меня... Скандал в исполнении тому же, который заводит. Вон отсюда! Тебя больше вообще ничего не заводит! Бедный Томкин мужик, которому такое счастье досталось! А тебе чего? Кофе. Кофе двойной. Чего? Кофе двойной. С лимоном и с медом. Да пошел ты! Ай, садись. Кофе я не попью. Та музыка это как радиация, понимаешь? Ее она в больших дозах опасна. Ну вот как с такой жить, скажи мне? Может быть, только ради адреналина взять ее
Недельки на две на прокат? На прокат? А ну куда, банда? Ну-ка, куда это пошли? Быстро! А ну домой! Домой, кому я сказала? Ты откуда здесь взялся, а? Я ж сказал, домой, к маме. Ой, дурачок, на дорогу. Выбежал, а? Ну-ка, плюнь, плюнь, что съел? Ой. Садись, садись. Узнал сразу. Ну и куда едем? Не знаю. Странно это. Знаете, я загадок не люблю. Как зовут-то? Меня? Да нет, сам. Да никак его не зовут. Значит, будет Бублик. Ладно, поехали. Так, девочки, вы не знаете. Надо звонить папе. А где телефон? Ну и куда едем? Вперед. Понятно. От себя убегаете? Слушай, давай без вопросов, а? Так тошно. А с кем это я сейчас буду разговаривать? Неужели это мальчик-хулиган Петя? Вообще-то я Соня. И звоню по своему новому телефону. Соня? Это умница и отличница, которая слушает свою бабушку и ждет своего папу домой. Ну, бабушку не очень. Тогда отвечай на вопрос. Висит груша, нельзя скушать. Правильно, потому что в нашей семье за все в ответе. Заяц. Пап. Молодец. Па, а когда у девочек начинает расти грудь? Ну, в каком возрасте? Сонька, спроси у бабушки. Так она в магазин пошла, а мне нужно срочно. Ну, малыш, я-то откуда знаю? А размер как определяется? Ну, первый, второй. Сонь, я понятия не имею. Жаль. Слушай, давай я еду и во всем разберусь. Хорошо? Там, не знаю, к врачу схожу. Все, целую тебя. У меня к вам будет заманчивое предложение. Чего? Ага. Ну-ка, останови машину. Да нет, вы меня неправильно поняли. Я вам хочу работу предложить. Я все поняла. Останавливай, говорю. Вы за 3 недели получите двойной месячный оклад вашего кафе. Да хоть 22, останови. 22 вы не стоите. Что? Это я не стою? Слышь, ты! Ну вот, видите, торговаться начинаете. Значит, договоримся, и так? Что надо? Сколько же яиц? Ага. Ой. Так, ага, 2 яйца, 1 столовая ложка лимонного сока и по 80 граммов. Тот, кто сам никогда никого не любит и ни о ком не заботится, к
когда-нибудь превратиться в тролля. Холодного озера, там всегда темно и холодно. Соня! Папа приехал! Папа приехал? Не случилось ли что? Случилось! Ну что ж, будьте самой собой. Держите. Повторяю, мое единственное требование. Никого не любить и ни с кем не дружить. А кто это с ним? Как кто? Это же мама! Где же здесь заяц Соня? Куда же она спряталась? Привет. Тебе приехал щенок. Бублик? Бублик. А, знакомьтесь, а это мама. Какая мама? Как какая? Мама для Сони. Какая мама для Сони? Самая обыкновенная. А вы кто? Я твоя мама. Это моя мама? Разбирайтесь сами. Стой. Ну, ты же сама хотела. Хотела, чтобы я привез маму. Вот я и привез. Какая нашлась. А как вас зовут? Меня вообще-то Соня. Тамара. А почему у вас волосы такие? Какие? Ну, как у Петрушки в кукольном театре. Так. Что, мы так и будем здесь торчать? Пап, а почему она кричит? Не знаю. А бабушка говорит, что невоспитанные люди только кричат. А я и есть невоспитанные люди. Держи. Беги. Это гостиная. Здесь наша с тобой комната. Есть еще комната мамы и комната твоей дочки Сони. Со мной теперь Бублик будет жить. Бабуля, а где здесь? Меня зовут Анастасия Андреевна. Мам, Тамар, пожалуйста, посиди с Соней, нам поговорить надо. Мам! А, сын! Ну, мам, ну ты же сама просила, чтобы я женился. Да, мам. Просила, но на нормальной женщине, а ты привел в дом, бог знает кого. Ну почему? Это Тамара. Пусть она поживет в нашем доме. Притрется, раззнакомится, а потом я из рейса приеду и... Ты хочешь оставить вот это чучело в нашем доме? Мам, я тебя не узнаю. Ты в панику-то не впадай. Тамара, она неплохая. Это все у нее от смущения. Вы поближе познакомитесь. Глеб, эта женщина не нашего круга. С ней не надо ближе знакомиться, чтобы понять. Она примитивная хамка. Где твои глаза, Глеб? Я показала Бублику его место. Ему понравилось. А у Бублика есть мама? Есть. Она, наверное, скучает. Делать ей больше нечего. Она кафе охраняет.
Бублик будет плакать по маме? Делать ему больше нечего. Вы правда моя мама? Тебе что так, мама нужна? Да, очень. Но я думала... Вы не такая. А какая? Вот какая. Красивая. Да уж. Красота описанная. Мам, я прошу, всего 3 недели. Через 3 недели 2 человека будут несчастны. И один из них – твоя дочь. Я тебя очень уважаю. Ты мне всегда помогала как друг. Пожалуйста, мам, пусть она поживет в нашем доме, пока я не вернусь. Мы потом продолжим этот разговор. И не задавай, пожалуйста, вопросов. Ну, это ж смешно, Глеб. Ну что ж, а вы уже познакомились? Ну что ж, я поехал. Да. Романтика ночных дорог зовет. Я сумочки уберу. Мама. Тамара, вы, наверное, устали с дороги. Пойдемте. Я покажу вам ванную. Заяц. Я поехал. Это в последний раз. Потом с тобой заживем. С Тамарой? Ну, это как ты захочешь. Бублик уснул. Фу ты, напугала. Ты что, не спишь? Тамара, вы умеете быть мамой? Послушай, ребенок. Вообще-то меня Соня зовут. Соня, зачем тебе мама? У всех есть, а у меня нету. Ну тебе что, с папой плохо? Да что вы, папа старший заяц, а я маленький зайчик. Вы пойдете со мной в цирк, а то папе некогда, а у бабушки аллергия на лошадей. Слушай, зайчик. Вам нельзя, только папе можно так меня называть. Ну вот и катись колбаской. Чего вы все время злитесь? У вас что, живот болит? Да. Бабушка, я все поняла. Что? Тамара заколдовал злой тролль. Помнишь, я про него в книжке читала? Угу. Так мы с Бубликом ее расколдуем. Она же любит Бублика. Я видела, как она его гладила. Значит, и меня скоро полюбит. Иди спать, Сонечка. Мне надо поработать, завтра переход сдавать. А зачем ты прибегала? Давай таблетку. У Тамары живот болит. Вот, возьмите. Ты что? Таблетка от живота. Слушай, иди спать, а? А можно я спрошу? Вы в лесу не видели никакого такого страшного? Его троллем зовут. Слушай, иди, а?
Сонь. Что? Спасибо. На здоровье. Это ты, Соня, у нас. Ты пузо. Смотрите, такая прическа вам подойдет. Так, все. Хватит. Быстро все собрала и положила на место. Но мы же еще не доиграли. Я кому сказала? Что это за бардак? Ничего, Бублик, на каждое колдовство должно быть свое расколдовство. Малыш, что случилось? Да так, ударился в стул. Мы с Бубликом пойдем во двор. Соня! Соня! Привет, как дела? Привет, привет. У нас все в порядке, согласно купленным билетам и полученным инструкциям. Я стараюсь. Хорошо. Хорошо, что стараешься. Смотри, не перестарайся. А это уж как получится. Добрый день. Привет. Это мне папа из каждой поездки привозит. Здорово. А я по части лопнула. Если бы у меня в детстве хоть одна такая кукла была. А какие у вас были? А? Да никаких. Почему? Вам мама не покупала? А не было у меня никакой мамы. И в детдоме одна кукла на 20 девочек. Хотя, знаешь, как-то раз на Новый год у меня стащили подарок. Конфеты, мандарины, шоколад. Я тогда 2 дня ревела. Никто меня не мог успокоить. Тогда из директорской мне принесли куклу. Я таких никогда не видела. Японка в кимоно, с прической, в таких маленьких деревянных башмачках. Ну, как вьетнамки. Я тогда сразу перестала плакать. И весь вечер с ней играла. Вот, возьмите. Мы с Бубликом вам дарим ее. Папа не рассердится. Он добрый и поймет нас. Да не надо этого. Давай-ка за уроки.
Ребенок час как из школы пришел. Его кормить в этом доме будут? Да, собственно. Все остальные тоже не прочь отобедать. Так, борщик. О! Мяченьки. Здорово. О, спасибо. Привет. О! Приятного. Здорово! Знакомься. Это Глеб. Кстати, без пяти минут владелец двух фур. Ладно, ладно, ладно. А это Наташа, кормилица наша. Очень приятно. Что будете кушать? Да я не знаю. А хотите голубчиков свеженьких? Давайте. Видишь, какие у нас перемены. Ну, а у тебя как дочь? Да нормально. Учится. Надеюсь, навсегда перестанет мечтать о маме. Ну, это ж твоя идея. Ну, конечно. Какая? Ну, какая? Мама на прокат. Конечно. Думка у тебя, что ли? У меня живет. Ну, ты даешь. Че? Да это как хирургическая операция. Хрусти пополам. Я так думаю. Здорово, брат. О, пропажа, привет. Привет. Что-то у нас как-то слишком тихо, а? Здорово. Здорово. Где Тамара, сестра кошмара? А? Ты что, свататься приехал? Так опоздал. Слышь, может, тебе самому это? Голубчики. К врачу. Ты кушай давай. Даша. Сейчас, секундочку, подойдем. Вас там в дворике нашем ждут. А как же вы... Че? Ну... Нет. Нет, ничего. Я сейчас. Давай, давай. Я вас внимательно слушаю. Веселый, да? Я тебе сейчас ментов вызову. А ментов-то зачем? Умный. Ты куда Томку делал? Она в твою фуру села. Люди видели. Ну да. Она у меня. Так, значит? А то что? Ей работать надо в кафе. Что у нее дом? Мужик? Собаки, наконец? Тебе это плевать, да? По большому счету, да? Да на что тебе, Томка? Она мама моей дочки. Мама? Собак покорми. Ну, ничего. Ну, я могу вам вот эту порезать. Ну, так. Ну, значит, смотрите. Вот это неплохая. Такая вот как бы неплохая, что это. Так, с собаками нельзя. А с мягкими игрушками можно? А давайте купим эти бублики. Мы их все любим. Нет. От сладкого зуб портится. Вырастешь, не сможешь огрызаться. А зачем мне огрызаться? Чтобы жить по-человечески. Да как вы? Нет. Мне так не нравится. Ну и до свидания. Сметана, творог, кефир, молоко.
тобой. Соня! Я не виноват. Она сама. Он сам. Я тормознула. Она... Он здесь. Бублик под машиной. Ты как себя чувствуешь? Руки, ноги. Да я ее даже не зацепил. Бублик. Какой бублик? Там собака была. Я ее видел. Иди сюда. Иди сюда, хорош. Иди сюда. Вот так, вот, вот так. Бублик, тебе больно? Открывай дверь. Поехали. В ближайшую ветеринарку. Ага. Соня, садись. Это я виновата. Брось, не виновата ты. Он сам выбежал, я видела. Ты не волнуйся, вылечу его. Обязательно. Сильнейший ушиб. Я сделал тугую повязку. Держите собаку. На ночь дадите таблеточку. Обязательно. Ему больно. Да нет уже. Он, видишь, засыпает. Понимает, что мы ему помогаем. А можно я здесь буду спать? Рядом с Бубликом. Бабушка всегда со мной сидит, когда я болею. Здесь? А давай. Давай вот прям здесь устроимся. Сейчас мы подушек накидаем. Я сегодня с Олькой подралась. Ты? Зачем? Она не поверила, что у меня ты появилась. Да я тоже во втором классе одной накостыляла. Что же, делала? Да врезала как следует. Меня потом 3 дня в карцере держали. Где? Ну, в такой темной комнате. Страшно было. Первый раз очень. А потом привыкла. Ну ладно, не кисни. Ну что, вкусно? Поторапливайся. Тебе нужно переодеться и учебники собрать. Здравия желаю. Здравствуйте. А вы кому? Это ко мне. Ко мне, извините, Анастасия Андреевна. Бублик, это тот самый тролль, который заколдовал нашу Тамару. Шишкин, ты чего притащился-то, а? Как ты чего? Женщина любимая, можно так сказать, по зову сердца. Да неужели, а? Как братану, у тебя сразу любимая стала. Давай, вали отсюда, по-добру, по-здорову. Вероника, так дело не будет. Значит, выходит, ты меня 3 года за нос водила, да? А теперь я требую моральную компенсацию. Да? Да? За что это интересно? А кто причитал? Я бедная,
одинокая, в детдоме воспитывалась. Жалел тебя, как змею подколодную. И характер твой терпел. Что? Что это? Это ты меня терпел? Это ты меня жалел? Да это я тебя, хама прапора, терпела всю... Томка, не лезь на рожон. Значит так, чтоб твой муженек готовил моральную компенсацию. Иначе я пойду в милицию. Шишкин, ты что, грибов объелся, что ли? Какой муженек? Какая милиция? Как это какой? Водитель твой на фуре. Это доченька ваша, да? Ты чего взял? Чего? Потому что любая тайна рано или поздно становится явью. Твой этот водитель раскололся. Да? И что он тебе сказал? Правду сказал. Что ты мать его дочери. Шишкин, Шишкин, о, да ты дурак. Да ты дурак! Что, вообще? Шишкин, да ты дурак, Шишкин! А ну прикрой рот, понятно? Просто... Готовь компенсацию! Не то я в милицию пойду! Убирайся, ненавистный тролль! Уходи в свой лес! Тамара наша, мы ее почти расколдовали! Уходи, ненавистный тролль! Убирайся в свой лес! Тамара наша, мы ее почти расколдовали! Томка! Это тебе даром не пройдет! Как ты Борьку назвала? Тролль, он и есть тролль, который заколдовал. Ты просто этого не знала. А теперь-то он закончилось. Софья, да? Друг мой, не пора ли тебе в школу? Спасибо. Ну, как вкусно. Очень. Там Соня с одноклассницей подралась. Ваша школа вызывает. Странно. Она мне ничего не говорила. Так я схожу завтра. Хорошо. Пойдите. Извините. У нас все хорошо. Соня учится с удовольствием. Учительница ее хвалит. Понятно. А что Тамара? Не достает? А знаешь, сын, ведь ты был прав. Девочки, кажется, нашли общий язык. Да, я был прав. А какие девочки? Тамара с Соней. Ты говорил, надо немного подождать, притереться, раззнакомиться. Все получилось. Мам, ты загадками говоришь, что получилось? Глеб, что с тобой? Я говорю о Тамаре с Соней. Мне кажется, Тамара уже... привязалась к нашей девочке. И Соня отвечает ей взаимностью. Что? А вы кто, Соня? Родственница. Дальняя. Приехала погостить. А, понятно. Ну, тогда вам интересно, наверное, будет узнать, что ваша Соня в последнее время ведет себя очень скверно. До свидания. Соня? Скверно, ерунда. Соня не может вести себя скверно. Она подралась, одноклассница. Ну, значит, по делу. Ну, теперь мне многое стало понятным. А что понятно? А что понятно? Соня, между прочим, без мамы растет. А умница какая, бабушке помогает и любит всех, понимаете? Да что, что вы кричите? Я прекрасно все слышу. Да что вы слышите? Вы ушами слышите, а надо сердцем, сердцем слышать, да понимаете? Да успокойтесь. Да я спокойно. Это вы... Не надо на девочку наезжать. Ее есть кому защитить. Ясно? Владик! И все-таки, Софья, драка – последнее дело. Это признак слабости. Ну и пусть.
Если эта Олька еще раз ко мне пристанет, я ей так врежу. А когда вырастет Бублик, он вообще ее загрызет. Все. Ну что, Джеки Чан, пойдем домой? А чего это Джеки Чан? А он тоже чуть сразу в морду. Тамара. Ну да, в смысле по лицу. Олечка, не дружи с этой девочкой. Ну, пришли. Бублика нет? А, он в доме. Бублик, он же голодный. Голодный, сейчас его покормим. Надо покормить. И что, мы на речку пойдем с Бубликом? Да, да? Купаться будем. И Бублика искупаем. Здравствуйте, Анастасия Андреевна. Вы, скорее всего, ошиблись адресом. Ну, неужели так изменилось? Анастасия Андреевна. Ба, кто это? Я вас не знаю. Мы вас не знаем. И знать не хотим. А мне кажется, что вы все-таки ошибаетесь. Правда, заяц Соня? Куда вы знаете про зайца? А я? Твоя мама. Ба. Светлана. Сонечка, а где папа? Он в Ресте, будет через неделю. Жаль. А я тебе подарки привезла. Сонечка, веди же меня скорее в дом. Я так скучала по тебе. Послушай, Софья, а давай подождем папу. Он все-таки главный у нас. Что же мы тут неделю будем стоять вот так и ждать? Очень умно. Дочь, за мной. Вы, нянька, возьмите чемодан. Тамара не няня, она... Ну, как всегда, все сама. Все сама. Она такая красивая. Соня ее полюбит. Не Глеб. Скажете тоже. Так, пошли. Наверное. Я тебе большие красивые платья привезла. Разные-разные. Сейчас увидишь. Какая же ты у меня красивая. Тебе нравится? Да. Ты похожа на принцессу. Ура! Ба, Тамара, посмотрите, какая я красивая. Вот. Как это низко покупать любовь и ребенка. Ой, да что вы понимаете, покупать. Я 7 лет об этом мечтала. Проснусь ночью и Сонечку вспоминаю. Как ест, как спит, как играет. Правда? Ну, конечно, девочка моя, доченька. Простите, как вас там? Ее Тамара зовут. Ага, хорошо. Сфотографируйте вас, пожалуйста. Вот на эту кнопочку, вот оттуда. Ну, примерно так. Ага. Иди ко мне. А? Готова? Чиз. Так, и вот так еще раз. Чиз. Хорошо, хорошо, мамочка. Мама уснула. Наверное, устала с дороги. А можно я с тобой посижу? Угу. А Америка – это очень далеко? Очень. За океан надо лететь. Поэтому мама так долго не приезжала? Наверное. А мама будет с нами жить? Наверное. А ты? А я? А я завтра утром уеду. Почему? Не нужно. У всех будет одна мама, а у меня аж две.
Чудненько. Так, человеческой связи у меня здесь тоже нет. Ба, как ты думаешь, мама с Бубликом подружится? Софья, ты поела? Тогда иди займись уроками. Ну чё так? Когда я спрашиваю тебя о чем-то серьезном, ты гонишь меня делать уроки. А потому что ты умная девица, а вопросы задаешь глупые. Ну вот, что здесь глупого? Спорите? Правильно. В споре рождается истина. Мама, ты такая, как фея. Молодец, дочура. Любишь прекрасное. Я очень тронута теплым приемом, но вынуждена вас покинуть. У меня самолет. Как? Ты уже уезжаешь? Софья, я просила тебя отправляться делать уроки. Глупейшая привычка называть 7-летнего ребенка Софьей. Зря я в свое время не настояла на другом имени. Да какая тебе разница, как зовут Соню? Тебя и тогда не интересовал ребенок. И теперь. И все-то вы нас знаете, Анастасия Андреевна. Зачем взяла мою помаду, а? Ты зачем мой чемодан испортила? Ты знаешь, сколько все это стоит? Что у вас за семейство такое, а? Не умеете, не интересно. Сонечка, что случилось? Я только хотела, чтобы она осталась, а она кричит. Ты только не плачь, ладно? Хорошо? Да это не плачет, а то Бублик что о тебе подумает? Вот черт, а? Стирается. Нет, ну ты видел, что сделала эта девочка, а? Закрой рот. Рот закрой. Разоралась тут. Да ты кто такая, чтобы мне указывать? Ты. Придорожная лошкомойка. Что ты вообще здесь делаешь? Глаз на Глеба положила? Зря стараешься. Он, такие как ты, за километр обходит. Так что шла бы ты отсюда. К своим шницелям с перловкой. Слушай, ты еще раз крикнешь на девочку, я себе такой шницель сделаю под сыром в перловке. Hello, honey. Говорит по-английски. Да, любимый. Думаю о тебе постоянно. Yes, да-да. Yes. Сделала все, как ты сказал. И в любящую маму поиграла. И фотографии мужу отправила. Но, Дэн, я же тебе оставила достаточно денег. Сколько? У меня нет такой суммы. Хорошо. Не сердись. Я попробую. Целую. Здравствуй, дорогой. Я тоже соскучилась. Понравились фотографии? Правда, девочка прелесть? Ты видел, как она меня любит? И приходится уезжать от такого ангела. Мой бывший муж стал просто ужасным. Кричит на нее. Часто бьет.
Ну как я ее заберу? Здесь же дремучие люди, дикие законы. Ну разве что денег сунуть? 10-20, не меньше. Спасибо, Майкл. Ты лучший муж на свете. Дэн. Полный порядок. Деньги у тебя будут сегодня. И я тоже. Жди меня. Целую. Привет, зайчонок. Прости, пожалуйста, мне сейчас надо с Тамарой поговорить. Хорошо? Извини. Скажи, чтобы она не уезжала. Мы в расчете, я в твоих услугах больше не нуждаюсь. Послушай, Глеб. Мне незачем тебя слушать. Я тебя для чего нанимал? Тише, не надо кричать. А играть чувствами маленькой девочки можно? Мы с тобой договаривались или нет? О чем мы с тобой договаривались? Чтобы никакой дружбы, никакой любви. А ты? Ты все не так понял. Я все правильно понял. Ты что о себе возомнила? Решила жизнь свою устроить? Да если бы мне нужна была настоящая жена, ты была бы в этом списке, на последнем месте. Хотя нет, тебя бы в нем вообще не было. Понятно? Понятно. Вот отлично. Папа, Тамара! Не задерживаю. Иди ко мне, малыш. Тамара, останься. Иди ко мне. Ну-ка расскажи, что, как дела в школе? Отпусти меня, Тамара, Тамара! Ну подожди, а учительница тебя хвалит? Послушай, Глеб. Да? Ну что молчишь? Здравствуй, Глеб. Ой, у меня же тут не прибрано. И зачем ты приехала? А если соскучилась? По тебе, по дочке. Не верю. Ты такой колючий. Я так соскучилась по тебе, Глебка. Светка, зря стараешься поздно. Да, мне подвернулся случай. Да, им воспользовалась. Но теперь я богата.
Я просто не могла поступить иначе. Такие шансы два раза не выпадают. А если еще раз выпадет? Что? Ну что, что, шанс? Ты же везучая. Да ты не думай. Я все понимаю. Я так виновата перед вами. Соня без меня выросла. Да и ты совсем отвык. А помнишь, как ты мне целую ночь прождал вас уже дома? Боялся опоздать к раздаче детей, а? Я не помню. Мне тогда весь роддом завидовал. Оставь моего отца в покое, ты обманщица. Уезжай в свою Америку. Пап, не верь ей, она врет, я все слышала. Ты знаешь английский? Подожди, что ты слышала? Она разговаривала по телефону. У нее в Америке есть муж Майкл, для которого она тоже обманывала, чтобы получить деньги для какого-то Дэна. Что ты несешь, глупая девчонка? Вещи свои собери. И чтоб через минуту тебя здесь не было. Пойдем. Черт. Черт. Ну вы змея, Анастасия Андреевна. Английскому она обучает. Расскажите-ка лучше внучке, что подслушивать нехорошо. Я бы могла рассказать тебе, что еще знает и умеет твоя дочь. Но неблагодарно это занятие – метать бисер перед свиньями. Поэтому скажу так, чтобы ты поняла. А не пошла бы ты! О! Такси. Пошла, пошла, Анастасия Андреевна. Я придумала, что нам делать. Соня расстроилась. Мам, ты меня, пожалуйста, извини за этот идиотский эксперимент. Да ладно, сын, все в прошлом. Только Тамару жалко. Ты с ней плохо поступил. То есть?
Тамара такая беззащитная и такая одинока. Угу. Бублик, нюхай, нюхай, ищи Тамару. Бабушка говорила, у собак хороший нюх. Она на автобусе уехала. Номер 7 я видела. Соня, ты где? Соня, Соня, ты где? Выходи, я сдаюсь. Ты что шумишь? Соня пропала. А Бублик где? Да и Бублика тоже нигде нет. Так, я же ей мобильный телефон подарил. Сейчас. Соня пропала. Граждане, извините, девочку не видели, маленькую такую, в платьице такая. Мужчина, идите сюда. Что? Беленькая такая, да? Ну, такая беленькая в платьице, вот да. Вот такого росточка, да? Да, да, да. Собачка. Ну, собачка, да, да такая, да, на поводочке. Вот так она уехала на Озерском автобусе, вот туда. На автобусе? Да. Алло, алло, Тамара, ты не знаешь, где Соня? Глеб, это ты? Да я. Соня не у тебя? А почему она должна быть у меня? Час назад она села в Озерский автобус и наверняка поехала к тебе. Да? Прости. Глеб, ты не волнуйся, я ее встречу. Мне нужно срочно идти. Деньги, 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 деньги. Возьми, возьми, возьми. Ага, спасибо. Сейчас. Маленькая не ехала. Со щенком, что ли? Да. Ехала, ехала. А? Вышла здесь. Ага. Дала щенку шарфик понюхать. А щенок рванул в лес. В лес? В лес. И она за ним рванула. Что, туда? Туда. Вы? Соня в лес ушла.
Что? Водитель сказал, она за Бубликом побежала. Поехали. Поехали. Соляра кончилась. Пойдем пешком. Она не могла далеко уйти. Стойте! Сейчас. Соня! Соня! Вот. И вот. Ой. Тише, тише, тише. Сейчас, 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 сейчас. Возьмите. Соня! Сонька, ты здесь? Соня! Тамара, я знала, что мы вас найдем. Бублик сразу взял след по твоему шарфу. Ты не замерзла? Давай, закрывай. Папа, закрывай, подожди. Там холодное озеро. Там превращаются все в троллей, те, которых никто не любит. Но мы тебя нашли, а значит, мы тебя любим. А ты теперь куда? Не знаю. А то смотри, я предприниматель теперь. Фура своя. И водитель к ней. Вот только офиса нет. Пойдешь секретаршей? Нет. Ну и правильно. Я в секретарше помоложе найду. Зайца. Какого зайчика ты хочешь? Смотри, какая игрушечка. Забавная, да? So, my doggy. Ну что, семейство Бубликов? Будем уроки делать.
вечером буду.